Думаете, какую лодку выбрать? Какие характеристики учесть при выборе, а какими можно пренебречь? Давайте мы поможем определиться и расскажем о каждом параметре подробнее, а решение за вами. Перед тем, как купить надувную лодку, выберите подходящий размер. Барк B270 NP имеет габариты 270 на 139 на 38 сантиметров, поэтому если нужна просторная оснащенная модель для 1-2 пассажиров, рассмотрите этот вариант. В базовой комплектации гребной лодки Барк B270 NP есть навесной транец, предназначенный для установки 5-сильного мотора. Такое полезное оборудование позволит ускориться на водоеме и преодолевать расстояние намного быстрее. Поэтому для начала решите, нужна вам лодка с трансом или выходы под мотором не планируются. По оснащению и техническим характеристикам Барк B270 NP приближена к моторным лодкам со стационарным трансом. В оснащении есть привальный брус в виде ленты шириной 5-7 см и обозначается буквой P в названии. Он выполняет защитную функцию, бережет внешнюю сторону баллонов от чрезмерного трения. Еще предусмотрен брызгоотбойник. Уже по названию становится понятно, что он препятствует чрезмерному забрызгиванию воды в кокпит. Этот маленький нюанс проявляется, когда лодка набирает скорость и режет волну. В лодке есть две отличительные особенности, о которых вы уже знаете. Дальше мы расскажем об остальном оборудовании, которое тоже входит в стоимость Барк B270 NP. Так как лодка двухместная, то и сидений тоже два, они неподвижные, сделаны из влагостойкой бакелитовой фанеры. Такую же лодку можно заказать с передвижными сидениями. Цена Барк B270 NPD немного выше. Скользящие лавочки удобны тем, что их можно передвигать как вам нужно. Например, при управлении мотором или для освобождения места под груз. Лодка Барк B270 NP укомплектована 4 сланями, чтобы удобнее было стоять и ходить по дну. Они надежно закреплены в специальные карманы на дне. На днищевом настиле сделаны специальные насечки, и благодаря этому мокрый пол не скользит.